Нюрнберг – это город, в котором раньше проходили нацистские съезды и принимались российские законы. Но современные жители Нюрнберга не хотят мириться с такой репутацией и хотят продемонстрировать всему миру свои новые приоритеты. Они пригласили израильского художника Дани Каравана и сделали у себя в городе улицу прав человека. Мы сейчас с вами идем по ней. Здесь 30 колонн с надписями на разных языках. Каждая из них – это одна из статей о правах человека. Одна из колонн живая – это дуб, символизирующий другие языки и народы. Войти на улицу, в разных переводах она еще называется «Путь прав человека», «Дорога прав человека», можно через бетонную арку настоящего или через средневековую арку прошлого. Когда говорят о правах цыган, всегда пытаются выделить их в какую-то отдельную группу, защищать их как-то особенно, изолированно. И не в этот день, не 10 декабря, но мы представляем нашу книгу именно 10 декабря, чтобы напомнить о том, что это общий спектр прав, что нужна интерсекциональность, что нельзя защищать одного человека и угнетать другого. Мы надеемся, что малыши, читающие нашу серию, начнут свой путь по дороге прав человека. Ну и вы, если никогда раньше здесь не были, тоже присоединяйтесь.